Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам вместе со мной приготовить очень вкусное второе блюдо – макароны с грибами. Присоединяйтесь ко мне и увидите весь процесс, как я это делаю и что я туда добавляю, чтобы получилось очень вкусно. Итак, первое, что мы делаем, это ставим воду на макароны и будем отваривать макароны. Одну пачку. У меня вот такие. Далее нарезаем грибы и шампиньоны. У меня здесь 400 грамм. Мельчить не надо, достаточно вот так вот порезать, грибы все равно ужарятся. Грибы у нас нарезаны. Еще немного подготовительных работ, натереть сыр на терке, ну грамм 100 примерно здесь у меня. И две средних или даже маленьких луковицы мелко порезать. Лук обжариваем до золотистого цвета. Лук у нас обжарился до золотистого цвета. Теперь добавляем грибы, все это перемешиваем, накрываем крышкой и немножечко потушим. Макароны у нас готовы. Добавляем сюда кусочек масла. Перемешиваем все это, его вмешиваем в макароны. Ну, вы сами знаете, как это делать, конечно же. Накрываем крышкой, все, оставляем их в сторону пока. Так, что у нас дальше? Дальше нам надо подсолить наши грибочки. Вот такой приправой я это делаю. Подсаливаем их. Перемешиваем. Так. И немного можно добавить. Ну, можете не добавлять, а я добавлю. Мне нравится вот этот вот черный молотый перец. Буквально тоже так немножечко. Перемешиваем, пробуем на вкус, добавляем, если надо. Добавляем, если надо, еще соль, перец по вкусу. Еще накрываем крышкой и буквально минут 5 их еще тушим. В общей сложности минут 20 получается, ну 15-20 минут, то есть пробуйте. Теперь 3 зубчика чеснока у меня здесь я выдавливаю. И тоже все это перемешиваем с чесноком. Чеснок обязательно, он дает такой вкус, такую пикантность некоторую. Но если вы не любите чеснок, можете не добавлять. А если любите, то обязательно добавьте. Это будет очень не лишним. Далее пачка сметаны 180 грамм. Все это тоже сюда добавляем. Так, чтобы всю ее сюда. Так, так, так. Перемешиваем тоже хорошенечко. Чесночок, перчик, сметана. И буквально еще 3 минуты вместе со сметаной, чтобы она, так сказать, пропиталась, чтобы они пропитались с грибами. Сметана с грибами. Все, накрываем крышкой. И 3 минуты. Ну, а теперь выкладываем макароны. Наконец-то настал тот момент, когда надо их выложить сюда. Всю эту нашу кастрюльку с макаронами. Так. Где-ка ты сюда? Тоже хорошенечко все это перемешиваем. Все это мы перемешали, макароны с грибами. Теперь посыпаем сверху натертым сыром. Посыпаем сыром, накрываем крышкой. Так, так, так. Ну и еще где-то 2 минуты, ну тоже 2-3 минуты. Вот теперь наше блюдо абсолютно готово. Попробуйте, вам точно понравится, потому что это получается очень и очень вкусно. Кому понравился рецепт, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. А я желаю всем приятного аппетита и удачи во всем. Пока-пока.